dvhub.ru. Прокуратура Солнечного района Хабаровского края в ходе проверки соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере выявила, что электрические сети села Эворон, а также поселков Горин и Березовый Солнечного муниципального района имеют высокую степень износа. Сложившаяся ситуация могла повлечь возникновение аварий и привести к нарушению прав граждан на обеспечение электроэнергии в полном объеме. В связи с чем в июне текущего года прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями о понуждении администрации муниципального района произвести капитальный ремонт электрических сетей как села Эворон, так и двух поселков. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, однако администрация не согласилась с судебным решением и обжаловала его в апелляционной инстанции. Апелляционное разбирательство закончилось в ноябре. Судебная коллегия Хабаровского краевого суда решение суда первой инстанции оставила в силе, а жалобу ответчика без удовлетворения. Судебное решение вступило в законную силу 16 ноября текущего года, и администрация Солнечного муниципального района обязана в течение года произвести капитальный ремонт ветхих электросетей. dvhub.ru